очень быстренько показываю, как можно убрать с бампера парковочную болезнь. Когда вы паркуетесь, вас где-то притирают, затирают, так вот эти вот царапины, как их можно убрать абсолютно прям в домашних условиях, без каких-либо проблем. Погнали. Поставил только новый бампер, и на следующий день мне на парковке вот так его затерли. Сейчас мы будем избавляться от этой проблемы. Что я делаю в первую очередь, так это протираю от пыли и грязи. Потом беру я 2000-ную наждачную бумагу, 2000, с водичкой. И начинаем все наши царапинки вот так затирать. Все, перетерли. Дальше, друзья, вот это самый ключевой момент. Смотрите, вот глубокие царапины. Вы, во-первых, на авторынок идете, подбираете 50 грамм краски себе по Винкулу прям. Вам наливают, она в районе 100 рублей вам выйдет. Теперь берете обычную кисточку, акварель и шпатель. Любой, резину, это может быть кусок резины даже, там где-то отрезать. Ну, я думаю, не проблема будет найти кусочек резинового шпателя. Не обязательно его даже покупать. Теперь вы берете красочку, наносите кисточкой, прям погуще вот так вот. Берете здесь красочку в кисточку, вкатываете и проводите буквально прям вот, ну так вот, раз-раз, в царапины вмазываете и протягиваете шпательком. Чик. Все. Этого будет достаточно. Не смотрите то, что сейчас вот здесь вот получилось. Мы это дело все сушим. И после этого я покажу, что сделать. Не будет вообще никаких проблем. Этот цвет серебристый у меня. Это самый сложный цвет для царапин. Немного царапинки будет видно, и чуть-чуть они будут выпадать, потому что нанесено таким способом жирным. Но это будет крайне незаметно. На любых других цветах это будет еще менее заметно. Теперь вы берете все ту же наждачку с водичкой. После 30 минут сушки вот этого дела мы берем и точно так же все это дело перетираем. Вот эти вот сопельки, которые остались лишними, мы их вот так вот стачиваем. Теперь мы так все дело протираем. На данный момент по затратам у нас лист 2000 наждачки 50 рублей и красочка 100 рублей. Все. Дальше мы переходим к следующему моменту. Далее вы идете на базар и покупаете себе 50 грамм любой полироли, одношаговая. Одношаговая, она немного такая крупноватенькая. Покупаете ее, ну, в районе 100 рублей тоже вам обойдется полироль. И самое дорогое здесь будет это полировальник. Можно взять не вот такой большой, как у меня, а маленький. Он стоит 160 рублей. Он не одноразовый. Он на много-много раз может пользоваться. И вам он еще, может быть, пригодится. Поэтому покупаем полирольничек и начинаем все это дело вот так вот наносить. Я специально взял болгарку. Это маленькая обыкновенная болгарка, которая есть у всех абсолютно дома. Ну, если нет, то у ваших друзей точно есть, можете у них взять, попользоваться. И, в принципе, это все. Не нужна полировочная машина для этого дела. Намазывайте и потихонечку начинаете все это дело растирать. Вы спросите меня, а до какой степени тереть? Друзья, смотрите, я намазывал полирольку 3 раза и тер по 1 минуте. Этого будет вполне достаточно. Все, вытираем все это дело и любуемся результатом. Вот такой получился результат, друзья. Более чем отличный. Вы помните, какая здесь была сейчас царапина, вот-вот, только-только. Сейчас здесь абсолютно ничего нет. При этом, что цвет серебристый. Это самый сложный цвет, как я уже говорил, для заполнения царапин. На любом другом цвете это будет еще проще сделать.